Матулин, как он среагировал на этот удар Друлича. А точнее, Друлич так пнул мяч в сторону ворот, но было очень опасно, потому что с нескольких метров он это делал. Да, какой опасный проход с левого фланга. Великолепно! Великолепный гол Бесчастных! Друзья мои, это фантастика! Подача Гусева и Бесчастных снова сделал то, что мы ждали. Югославы сразу собираются проводить какую-то замену, но это уже совсем другая история, дорогие мои. Вы посмотрите, давно мы не видели таких красивых голов нашей сборной. Гусев выполнил свою миссию и блестяще справился со своей. Владимир Бесчастных был бессилен. Саша Ильич, мы смотрим повтор. Только что опасно атаковали вот как раз по этому флангу футболисты сборной Югославии. И великолепный ответ Гусева. Я тут все, конечно, пропустил. И кто с поля ушел, и кто на поле вышел. Но это, наверное, не имеет значения. Да, но вышел на поле Дэн Станкович под 20-м номером. И посмотрим, кого он заменил. Дэн...